Опа, собака мордой вверх. А теперь собака мордой. Собака мордой вниз. Теперь собака мордой вверх. Ну, давай. Косяк рыбы. Да. Пришел косяк рыбы. Как охотятся пеликаны? Альбатрос. По-моему, это пеликаны. К вопросу о рыбаках и рыбе. Вот так вот происходит загрузка льда на рыбацкие суда. Приезжает вот такая машина, забирает рыбу, а из нее достают и загружают в эти лодки лед. Лодки рыбацкие причаливают кормой к пляжу прям непосредственно. Они же чистили рыбу, видимо, и вот такой стая альбатросов ждет наживы здесь, рядом с ним. Нам очень нравится этот фондер. Всегда по вечерам очень светло, душевно, молодежь. Радость. Плохо видно? Да, надо заснять его в темное время суток, как он подсвечен белым таким мягким цветом. И сделан маяки на верхнем этаже. Сами по себе это просто кабина, ничего. Считание с хорошим оформлением, красиво ежедневные водные процедуры. Она очень любит купаться.
Такое у нас ежедневное купание.